Всем привет! И сегодня покажу вам подарок к Николаю. Уже сегодня 22 декабря, а завтра будет 3 подарка от школы. Я покажу обязательно. Так, вот такой подарок. Вот такой подарок новогодний. Тоже ДНР Донецк. Вот. Вот такой подарок. Вот такой подарок классный. И там будут конфетки Мишаня. Я не знаю, что это такое. Давайте скоро мы посмотрим. Мне уже интересно. Давайте. Нет, так не это. Не лайкай. Вот такой классный подарок. Давайте посмотрим. Я не лайкнул. Потому что оно... А и все, да? И дальше никуда не... Так. Какого не порвать? Да, так, сейчас подождите. Горло. Давайте посмотрим. Я уже открываю. Вау, посмотрите. Класс, давайте посмотрим. Так, это укладчик номер 6. Подарок супер, я хочу сказать. Так, хорошо, достаем. Так, первый по. Вау. Так, это сэндвич Мишаня. Вот такие печеньки. Поехали. Это печенька Мишаня. Видите, вот такая упаковка такая. Упаковка. Лапки. Вот такие лапки. Вот. Прикольно, да? Мишаня, это как Тимми. Но это Мишаня. Очень классно вообще. Вот, ушел за добавкой. Вот, две штуки. Печенька будет две штуки. Вот. Вот такой печенька. Класс! Супер! Так, поехали. Ух ты! Смотрите! А это Мишаня! Десерт! Десерт Мишаня с малиновым вареньем. Вот. Вот так. Мишаня с малиновым вареньем. И тут в каждой упаковке медведь. И тут QR-код. И тут QR-код постоянно. Все, вот. Вот такой Мишаня с малиновым вареньем. Вот. Вон. Прикольные такие. Так, значит, так, давайте, конфеты, давайте посмотрим еще, что-то в подарке, вау, посмотрите, какая конфетка, вот такая конфетка Мишаня, и тоже со вкусом желейной малинки или что, вот, опять с малиновым вареньем, опять, это что, Маша Медведь, что ли? Там только Маша Медведи. Малиновая. Торт Пикачу. Не помню. Вот. Вот. Вот такая конфетка. Мишань. Так, давайте еще. Ух ты! Смотрите! Это конфетка Мишаня со сгущенным молоком. Что я ему говорю? Будет только одни конфеты Мишаня. С гусем молоком. Это тарталетка. Это тарталетка. Такая. Молодцы. Класс, молодцы. Они... Так, пошли по конфетам. Вот. Вот такая конфетка. Вот такая конфетка Мишаня. Вот. Вот. А это конфетка Мишаня со вкусом вишни. Молодцы, привези, Малюполь. Новые подарки, конфеты вкусные, сладенькие такие. Мишаня со вкусом вишни, вот такая конфетка, вот. Так, давайте, поехали еще. Вау, смотрите, а вот такая, вот, с лапками. Вот такая конфетка Мишаня со вкусом со сгущенкой. Вот со сгущенкой. Так. Вот у меня еще одна. Вот таких с вишней со вкусом вишни. Две штуки у меня. Так. А,
говорю, какой туман. Вот еще одна, две штучки. Так, давай. Так, давайте, поехали. Давайте продолжаем еще. Вау! Вот Мишаня, конфетка с малиновым вареньем. Вот такая фантик-конфетка. Прикольные конфетки, класс! Вот Мишаня. Конфетка такая. Опа, у меня еще одна конфетка. Вот, мне две штучки таких. Так. Ух ты! Класс! Вот конфетка Мишаня. Фундук, со вкусом фундук. Фундука. Вот, фундука. Вот такой фантик. Прикольно. Но на этом сюрприз не заканчивается. Еще сюрпризы завтра, еще каждую неделю. Так. У меня такая еще одна конфетка. Так, продолжаем. Так, вот. Вот еще одни конфетки. Вот такие. Мишаня с вишневым джемом. И с малиновым джемом. А тут с малиновым. Так. Еще одна конфетка с малиноварением Мишаня. Вот еще одна. Декла подарки гарантируют, такие дарите. Обязательно. Они очень классные. Очень вкусные. О, у меня таких 4. 4 таких конфет. Ну вот. Вот. Вот такие 4 у меня их. И такие 2. На этом все. Я вам показал подарок к Николаю, Мишаня, ДНР, Донецк. Вот, гляньте, сколько этих конфет красивых. Вкусы фиолетовых. Вот. Какие классные. Так, еще к Николаю подарили Жувиленд. Вот такой Жувиленд, Жуви-герой содержит. Ух ты! Вот лакан. И тут дерево и пешеход со светлофором. Классно. Так, и у меня Жувиленд еще один. Что, с кем её делал? У меня вот такие. Жувиленд кола. С сахаром. Они такие с сахаром. Вон. Видите. Подарили банан. Сейчас еще покажу. И подарили фреш-бар со вкусом винограда. Вот. Давай, пока не поздно. Вот, классные. Все, показал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.